сотни веселых дней. Сегодня я в школу иду не один, а с младшей сестренкой своей. Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна. В 1976-м сестренка Наташка отправилась в школу в новой форме. Как и миллионы других советских ребят. Правда, постановление о введении в школах единой формы одежды было принято чуть раньше, в 75-м. Но тогда коричневые платьица и синие костюмчики единого образца успели одеть лишь немногие учащиеся, кому повезло купить обнову. Главным образом в Москве и Ленинграде. По всей стране школяры переодевались в течение 2 лет. И только к 77-му отечественная промышленность сумела догнать спрос, а школьная форма стала самой массовой формой страны Советов. Опередив даже форму армейскую. И новое платье, и новый портфель ей очень к лицу говорят. Я первым открою ей школьную дверь, недаром ведь я старший брат. Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна. Ну, девочки усовершенствовали как могли эту школьную форму, хотя бы как-то с фартуками работали, что-то можете вспомнить, какие-то там пытались заколки, бантики, это тоже ведь? Конечно, конечно. Вот, например, у меня была всегда самая красивая форма в классе, потому что, форма была форма, мне ее тетя шила, она у меня была портниха, но самая фишка была это воротнички. У кого какие воротнички? Мне везло, у меня было много доступа к гипюру, потому что у нас была в городе одна очень известная мастерица, к ней шел весь город шить. Портниха тетя Зоя на Старом вокзале такая жила. И вот она обшивала весь город. И я всегда, моя старшая сестра ходила к ней обшиваться, а я приходила к ней, она мне набивала мешок тряпочек. И вот из этих красивых тряпочек, из этих красивого кружева, гипюра, я сама себе шила красивые воротнички. И у меня вот каждую неделю менялись воротнички. Я этим безумно гордилась, что и девочки все, ох, опять у тебя новые воротнички. Криш, а ты пошел в школу, была школьная форма тогда? Нет, вот это 70? Нет, в 75-м году школьной формы не было, но нам сразу сказали, что вы должны приходить в пиджаках и, естественно, в брюках, а потом, через какой-то промежуток, и началось 76-го года, то есть уже учебный год 76-77 и 77-78, мы полностью переоделись в школьную форму. Но вот в первом классе у нас мы еще все не были одеты в школьную форму, поскольку ее не было. Может быть, она, я сейчас уже точно не помню, мне кажется, вообще ее ни у кого не было из ребят, но уже в 76-м мы уже бегали, искали ее, вот эту вот с эмблемой, которая была. На эмблеме что только потом не рисовали, там и мишени, и прочее. Да. А ты в каком году? Я пошел в 77-м, уже была форма, и она уже была как бы для школы, я так понимаю, привычной. И как бы первые 3 года, к ней был некий пиетет, понятно. Школьники, униформа, все такое. А потом уже с класса 4 начали взрослеть и начали на этой форме глумиться. Самый кайф, я не знаю, как было ли это у вас. Здесь же был такой шеврончик с книжечкой открытой. И солнышко. Солнышко, бог с ним, солнышко можно было глаза и рот перерисовать лучше всего. А вот книга, это было все. На ней можно было писать все, что угодно. Мы слова неприличные писали. Когда уйдет со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра встречать, учить и снова расставайся. Уйдем со школы.
введением обязательной формы учебный год для родителей стал начинаться летом. Ведь успеть подобрать форму по размеру нужно заранее. К 1 сентября самых ходовых размеров в продаже может не остаться. Ну, от нас требовалось набраться терпения, чтобы потратить один летний день на примерку и постараться не расти уж очень быстро, но чтобы совсем не вырасти из формы хотя бы до весны. Несмотря на то, что ее подбирали с запасом, это удавалось далеко не всегда. Меня форму меняли раз в два года. Каждые два года была одна и та же проблема. Брюки расшивали и в моем случае увеличивали, потому что я был мальчик крупный, и мне нужно было увеличивать. Но они все время были вот бриджи такие. Вот, то есть ни разу за все время не удалось найти. Про пиджак я не говорю, с ним вообще была проблема, он всегда был короче, чем надо. Вот. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам. Примерно с 1976-го в советскую действительность постепенно внедряется совсем не советская атрибутика, а именно пакеты и футболки с рисунками. Достать их абсолютно нереально, но в погоне за модными аксессуарами наши модники, а главным образом модницы, готовы переплачивать сколько угодно. Так, пластиковый пакет, которому сейчас цена 3 рубля в базарный день, во второй половине 70-х в СССР стоит... Также 3 рубля. В пересчете на современные российские деньги это рублей 300-400 за штуку. Разумеется, в продаже их нет, и достать модный аксессуар можно только у спекулянтов. А потому такие пакетики моют, стирают и даже сушат. Пока рисунок совсем не сотрется. В общем, берегут и лелеют. Это я уже помню позже, это, конечно, не 76-й год, это я помню позже, когда у меня был приятель, который как раз занимался фарцовкой, и вот у него эти пакеты были, где джинсы, сигареты, потом у него был пакет, он откуда-то мартини, это было какое-то супер. Дамочки да. На пляже были в каких-то узких-узких купальниках в да. Ниточку, да. И это вообще, это... Ну, сейчас это... порнография, наверное, да. Не так воспринимается, это... как да, эти пакеты. Вообще. Мы у него смотрели, ну, конечно, купить у детей столько денег не было. Ну, интереса еще такого. Ну, интереса абсолютно, ну, как разница, пакет, нам шили мешки, я помню, вторую обувь, шили в мешках, которые так на шнурочке его затягивали и в них таскали. То есть пакеты вот эти вот целлофановые, пластиковые, их потом еще стирали. Вот я очень хорошо помню. Обязательно сушили. Да. Мама, значит, пакет, она их постирает аккуратно, потому что удобно было складывать. Сейчас рассказать о том, что вот были эти пакеты, они стирались, вешались и сушились, это... Что же касается футболок, майк, как тогда принято было их называть, то одними из первых добравшихся до СССР в чемоданах иностранных студентов, наших спортсменов и ответственных работников, предметов новой молодежной одежды стали майки с изображением культовой группы «Абба». И цена на них была поистине культовой и запредельной. Впрочем, совсем скоро производство подобного рода ширпотреба освоят и отечественные цеховики из закавказских республик, а цены на подпольном рынке несколько стабилизируются. Компанию с западным поп-дивом составят Брюс Ли, Маугли, различные драконы и прочие-прочие диковинные изображения, нанесенные на ткань чуть ли не подъездной краской через трафарет. Гриш, а ты наверняка еще помнишь такие вот...
аксессуары, что ли, как их назвать, переводилки на футболке, так называемые. Как мне же? Как-то с Грузии мама как привезла, же? И я не знал, как их переводить на футболку. Она тоже не знала. Я позвонил другу, который все знал. Он мне по телефону рассказал, что вот надо утюжком. Хотя тоже я понял, он ничего не знал. В общем, я испортил и утюг, и футболку, и эту переводилку. Я испортил все, и после этого у меня тоже ничего не получалось. Эти переводилки такие, они были разные. Такие маленькие, большие, разные были. Я помню, какие-то собачки и котята были. Там какие-то... Кораблик у меня какой-то был. Вот я начал гладить. Ой... Да. Ничего не получилось. Полиэтилен пристает к утюгу. Пристал, он, там, видимо, какой-то температурный, мы же не знали. И вот он пристал отдирать. Мама мне говорит, ты что сделал? Ну, ничего. Кстати, утюг был такой мощный, от него достаточно было просто отодрать этот полиэтилен ножом. Ну, долго я все равно чистил, потому что я испачкал, я и чистил. Да. Ну, вот эти переводилки были. Да, да. Наверное, ты согласишься со мной, что вот 76-й – это вторая половина 70-х. Это время, когда в плане быта, в плане моды, в принципе, вот наш город и, наверное, вся страна уже более уверенно перешагивала в какое-то новое время. Первая половина – это все-таки отголоски какие-то еще 60-х, может быть, послевоенных даже времен ощущались. А тут уже массово стали хотеть люди одеваться модно, одеваться красиво. И приток, ну, если вещей не из-за границы, то вот из Средней Азии, с Малой Арнаутской, из Одессы, с Закавказья стало восполнять вот этот дефицит. Ну да, начали появляться какие-то вещи, которые раньше мы просто не видели. Знаете, вы их существование не знали. В дополнение там к той школьной форме, там у нас были у ребят какие-то костюмы, которым так нифига себе. А уж девочки, они начали вообще внимательно смотреть на такие вещи. Там появлялись колготки какие-то. Раньше какие колготки? Гамаши, которые в первом классе никогда не забуду, у нас все девочки подтягивали их вот так. Потом появляться начинают какие-то другие, там туфельки какие-то другие. Ну уже синтетика какая-то. Синтетика пошла, да, да, да. Ну это... Капроны и прочее. Кстати, по-моему, вот тогда пошла мода-то на крепдышин, кремплен. Это вот, наверное, 70-е годы. Это вот пошла какая-то уже тенденция модная. Вот информационный обмен и обмен, значит, когда поехали наши люди за границу, он привез сюда, конечно, много вещей оттуда. Да. Но это уже потом начинаешь. Это вот тогда на это вообще внимания не обращали. В общем, достаточно ровно, но начинается, вот, наверное, ну, если брать, скажем так, видимое неравенство, оно, наверное, вот с этого и началось. А уж 77-78 год неравенство прям пошло, пошло и пошло. То есть начинается процесс расслоения и обогащения за счет каких-то, ну, это мы потом поймем, что за счет цеховиков, за счет, потом это будет кооперативы называться, то есть за счет некой теневой экономики, которая дала толчок. Ульяновск строго относился к одежде всегда. Но когда я увидела некоторых работников обкома партии в тренингах, вот в этих штанцах, я была поражена совершенно. Как это? Только потом уже своим взрослым уже опытом, умом я понимала, что это, ну, как бы новоявленные чиновники, которые еще как бы считали, что если они сегодня едут в командировку в село, то что им приходить в костюме и при галстуке? Тем не менее, мода и зарубежная, и отечественная все настойчивее пробивается в жизни общества. Удовлетворять все возрастающие бытовые потребности советских людей приходится уже не только фарцовщикам. Одна из задач 10-й пятилетки... А в Советском Союзе экономика развивалась в соответствии с пятилетним планом, который утверждался на съездах партии. Развитие легкой промышленности и увеличение выпуска товаров народного потребления, одежды и обуви, проще говоря. Идти в ногу со временем должна и родина Ленина, где постепенно открываются огромные новые магазины и современные ателье.
И вот эти магазины, да, обувной магазин как раз, дом обуви же, конечно. Это вот магазин, рядом магазин «Кооператор», и мы еще бегали, открылся, значит, дом моды. Это сейчас там куча всяких общепитовских точек, а ведь в Ульяновске был дом моды. И я прекрасно помню вот эти вот там витрины огромные, вот эти вот, через которые можно было смотреть, и там подиум был для Ульяновска. Это вообще, ну, бегали мальчишки, ну, ничего не понимали, конечно. Бытовая сторона жизни в те годы. Вы актриса, молодая, красивая. Нужно же где-то появиться в обществе и платье какое-то особое. У портних шили в ту пору. В магазине ведь не купишь то, что надо. Импорта никакого не было. Прически, парикмахерские, свой мастер ли был? Или в театре вам делали? Как вот вы из этой ситуации выходили? Нормально. Шили, конечно. Шили. У моей свекрови была артистка тоже, Ирина Константиновна Браун. У нее была своя портниха. Ну, в ателье. Мастер. И она меня всегда туда тоже водила. И сшить надо к празднику, шить надо к этому. Тогда я больше приобретала, и, ну, молодость еще была. То есть каждый праздник, каждое это, обязательно что-то, обновка обязательно должна была быть. Тогда не было, конечно, такого обилия всего, конечно, не было однозначно. Но как-то мы жили, и у нас были праздники, и мы были хорошо одеты. Среди множества забот у нас есть одна и приятная, и вместе с тем порой очень нас беспокоящая. Одеваться по моде. Мода. Журналы предлагают нам множество фотографий, но выбор мы должны сделать сами, а это трудно. Меняются вкусы, стили. Ульяновские модельеры, как, впрочем, и модельеры других городов, пытаются помочь нам. Ну, очень мало было возможностей. Например, чтобы сделать прическу, это надо было иметь знакомого мастера, записаться заранее. Мало было услуг, да и сейчас их в Ульяновске немного, будем так говорить. Здесь, я вам хочу сказать, вот здесь такое отношение. Экономика должна быть экономной. Зачем, как говорят, заботиться о людях? Ульяновские модельеры предлагают. Глядитесь, найдите здесь то, что вам понравится. И для зимы, и для лета. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? '76 не входит, а буквально врывается в жизнь нашего общества яркими цветами рисунков первых пластиковых пакетов и заграничных блузочек и яркими жизнеутверждающими звуками композиций, экзотичных для советского зрителя исполнителей. Правда, увидеть тех, кто это поет, у нас пока еще мало кому удается. Но вскоре увидят, и многие обомлеют. Уже через 2 года, в 78-м, в Советский Союз приедет Бонни М. Первая западная группа, прорвавшаяся через железный занавес, сразу на Красную площадь. И кто-то скривится, а кто-то будет стараться и в одежде, и в прическах подражать своим кумирам. Во всяком случае, из многих окон будут доноситься культовые хиты карибских звезд с западно-германской пропиской. Благо, что записать и переписать полюбившуюся музыку многим в СССР уже будет на что и чем. Like a fool. I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool?
годы моей молодости, наверное, это так и осталось, и до того было, как бы пропуском у молодежи в определенную группу, в определенный какой-то там, на определенный уровень, это было то, что ты слушаешь, там вот играет какая-то музыка, ты сказал, там, ой, это радиорама, там, или еще что-то там, условно говоря. Вот что было такими пропусками по 70-м годам? Ну, рок, он воспринимался официальными органами враждебно, а запретный плод всегда... Никаких иллюзий. И вся зарубежная эстрада, поп-музыка тоже воспринималась враждебно. Опять же, чуть-чуть изменилось в 70-м, ой, прошу прощения, в 78-79-м году с приездом Буниэм. Говорили, что Брежневу понравилось. Ну, во-первых... Сам он не признавал. Я, к сожалению, не знаю, но, во-первых, это действительно хорошая, веселая, оптимистичная, красивая, экзотичная музыка. И плюс и музыканты, конечно, экзотичные. И, естественно, это вот были два фаворита 70-х годов поп-музыки. Это Абба и Буниэм. Мало того, я в конце 70-х такой практиковал, вернее, меня приглашали куда-нибудь в школы выступать такими с мини-лекциями о современной музыке. И вот выглядит примерно так. Ну, я где-нибудь минут 10 разговариваю, начинаю с предисловия о современной музыкальной музыке, смотрю, аудитория, ну, не очень активна. И был проверенный такой факт, чтобы публика возбудилась и активно приняла участие, спросить, а какая группа лучше, Буниэм или Абба? Вы даже не представляете, что творилось. Ну, были проблемы. Не везде музыканты были профессиональные. Ассортимент репертуара был очень слабенький. Опять же, всегда были проблемы с аппаратурой, с микрофонами, с гитарами, с хорошим звуком и так далее. А вторая половина 70-х – это технологии. Появились доступные бытовые магнитофоны. Если где-то до середины 70-х магнитофоны были огромные такие, ну, опять же, вы, наверное, не застали, допустим, Днепро, огромный, на ножках и так далее. Тут появились переносные. Это и тот же «Маяк» 203, и потом чуть-чуть позже «Нота», и «Комета» 212. Да, это тяжелые, по 10-15 килограмм, но это переносные, качественные и стереофонические магнитофоны. И, конечно, легче принести магнитофон в ту же школу или в институт, воткнуть в тот же венец, который производился в Ульяновске. Вот она, дискотека, да, и дискотека готова. В году 76-м удалось первый раз увидеть, в 77-м, наверное, даже лет 6 мне было, кассетный магнитофон. Я не мог никак понять, как же здесь пленка-то крутится, да, что за чудо такое. Были, да. А ты когда увидел первый кассетный? Наверное, и в мелодии это было или нет? Не могу так сейчас точно сказать, где увидел, потому что у меня мать работала преподавателем английского, и у нее вся ее работа связана была с кассетой, с магнитофоном, но с катушечным. А вот кассетный магнитофон у нее не было, это точно совершенно на работе. Кассетный магнитофон мы, наверное, увидели в «Мелодии», и это был какой-нибудь, наверное, магнитофон «Весна». Ну, вот какой-нибудь 76-й, наверное, вот 75-й, может быть, конец 75-го года. Всем хотелось, но это был дефицит. Ну и деньги потом, и не деньги, слабые. Он был очень дорогой, конечно. По тем деньгам это было очень дорого, очень. Вторая половина 70-х, когда чуть-чуть вожжи отпустили перед Олимпиадой в Москве в 80-м году, когда у нас даже Буниэм приехала, когда там по телевизору какие-то клипы, фрагменты Аббы стали показывать, международной панораме, или чтоб народ на Пасху не тусовался в церквях, были такие международные эстрадные программы. Вот. До середины 70-х, я думаю, что была пустота. Это вот магазин, в котором техника. А что это, мальчишка? Мы еще бегали. Аппаратура, как мы тогда говорили. Конечно, конечно. И позже говорили. Это позже. Хотя какая аппаратура? Телевизоры, иногда магнитофоны какие-то. Ой, магнитофоны. Мы когда увидели первые кассетные магнитофоны, потом видеомагнитофоны. Кстати, вот 75-й год. А видеомагнитофоны в «Мелодии» разве были когда-нибудь? ВМ-12 стоял. ВМ-12 стоял. Это был уже год, наверное, 79-80. Это позже уже был, конечно. Он стоял недолго. Он стоил какие-то
рублей 800 он, по-моему, стоил. Сейчас уже не помню. Сумасшедшие деньги. Телевизор цветной тоже 800 рублей стоил. Фотоны были, да. 800 рублей, как сейчас помню. 75-й год, в милоудититных телевизоров еще нет. Черно-белые стоят. Это вот очень прекрасно помню. Мы постоянно бегали. Мальчишки, что, по магазинам тоже. Этот запах какой-то. На самом деле в «Мелодии» был очень интересный запах. Он до сих пор ведь в подвале пахнет. Там всегда проблемы с канализацией были в «Мелодии». И вот смешанный запах аппаратуры и какой-то вот сырости и канализации. Это прекрасно помню, вот запах «Мелодии». Многие из тех советских черно-белых ламповых монстров, что стояли в 76-м в «Мелодии», еще доживут до времен, когда к их экранам под эти самые магические звуки бразильского кинопрома, как под звуки волшебной флейты, будут стекаться миллионы советских телезрителей, вернее, телезрительниц. Это произойдет ровно через 12 лет, в 88-м, когда рабынями рабыни Изауры станут многие советские женщины. «Рабыня Изаура» по роману Бернандо Гимарайса. Автор сценария Жильберто Брага. В главных ролях Эдвин Луизи и Луселия Сантос. Режиссер Эрвал Росано. И мало кто знает, что премьера «Мыльного чуда» с проказницей Лусилией Сантос в главной роли состоялась именно в 76-м. В Советском Союзе такого добра пока не снимают. Всему свое время. Формат «Один день на серию» будет успешно освоен отечественным кинематографом лишь в 90-е. Пока же страна, прильнув к экранам, сопереживает героям других многосерийных произведений, которые спустя годы назвать сериалами язык не повернется. В 1976-м на экраны выходят первые серии киноэпопеи «Вечный зов». Одним из актеров, чей талант позволил стать картине поистине народной, стал Анатолий Устюжанинов, прослуживший в Ульяновском областном театре драмы многие годы. Слушай, что это у вас там за деятели? Баулин и Кошкин. На областной партконференции ваш секретарь райкома Полипов такие факты приводил об их деятельности, что мы просто все за головы схватились. С 74 по 78, по 77 или по 76 шли съемки, это не телесериал, это киноэпопея «Вечный зов», в котором играл Анатолий Иванович Устюжанинов. Он у нас в театре работал. А как вот это сказывалось? Они сами тогда представляли, что они, в общем-то, все, даже роли второго плана, они звездные. Как-то вот какая-то звездная болезнь тогда была у актеров, нет? Ее не было ни тогда, ни сейчас, и у настоящих актеров ее быть не должно. И ее, как правило, не бывает. Мне так кажется, опять же, это мое глубокое убеждение. Они очень простые были в жизни люди, в общении. И в других ролях они были, ну, роли. Понимаете, артист, театральный артист, он сегодня играет царя, завтра играет слугу, а послезавтра выходит в массовке и говорит, кушать подано. И не имеет значения, что ты только что играл царя, это совершенно не важно. Кошкин, Баулин, зайдите ко мне. Единомышленники. Вы должны во всем помогать мне, а вы? Да? Да. Во всем? И как ты район гробишь? Ты думай, когда говоришь. Думаю. Вот колхоз Назарова хотя бы взять. А что Назаров? Ведь мы же ему дали семена. А когда? И какие? Посеял он уже в сухую землю. И что вырастет из этих семян? Угробил ты Михайловский колхоз, как и другие. А никогда не интересовались у того же Устюжанинова, как съемки шли в «Вечном зове»? Или тогда еще не знали, что это такое будет, не представляли масштаб этой картины?
С ним общение было, вот лично у меня, мы были соседями, и у меня было общение с ним такое простое, обычное, часто какие-то вещи я у него спрашивала, он говорил, что это безумно интересно, что это необыкновенно, что он с такими людьми, с такими актерами, то есть он взахлеб об этом рассказывал, какое это впечатление на него оказывало. Тогда мы, конечно, ну, снимается сериал, тогда сериалы тоже это только-только начинались. Да, но когда мы смотрели и все, и видели это все, я думаю, о, это же наш. Какая-то гордость была, что это наш артист, что вот он вышел на такой высокий уровень и так далее. Это вот какие-то вот такие вот вещи. Артисты назвать азартными, ну, вроде как-то язык не поворачивается. Девушка, у моей супруги скоро юбилей. Что вы можете посоветовать приобрести? Все к вашим услугам. Пожалуйста, выбирайте. Не желаете ли приобрести билетик денежно-вещевой лотереи? Впрочем, сами лотереи активно рекламировались. На рекламные ролики тратились немалые деньги, а билетики не только продавались на улице официальными распространителями, но и настойчиво предлагались в нагрузку в любой сберегательной кассе. Брали, куда же деваться. Всегда можно подарить другу, хотя подарок такой, конечно, весьма условный, все равно ничего не выиграть. Уважаемые товарищи, не огорчайтесь, если вам не повезло, и вы выиграли не то, что хотелось. Тиражи денежно-вещевой лотереи РСФСР проводятся по 9 раз в год, и вы можете еще не раз попытать счастье. Даже если ваш билет не выиграл, знайте, что вы все равно остались выигрыши. Но оказывается, были и исключения. И не в рекламе советских лотереек, а в реальной жизни. Последний день продаж. Завтра в нашем городе тираж. Проехав пару остановок до дворца, где будет проходить тираж, вы получите возможность попытать счастье и вернуться домой на вечном автомобиле. Это вообще было, для нас это было что-то с чем-то. Другу, это, не так, у нас друг детства, с кем мы до сих пор общаемся, его отцу на день рождения подарили лотерейный билет за 30 копеек. Вам повезло. Есть еще, пожалуйста. С вас 30 копеек. А может, еще возьмете парочку, а? Вот, кстати, надо до этого момента дойти, вспомнить антураж тех улиц. На улицах часто можно было встретить дедушку какого-нибудь старенького пенсионера, который сидел у такого крутящегося барабана, вот у ЦУМа, да, например. Да. И вот эти вот лотерейки, вот эти лотерейки реализовывал, да, да. Порт Лото, там денежно-вещевая лотерея. О! Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку. Вот это была денежно-вещевая. Весы, также, да, стояли, да, пирожки. Да, вот такие железные. Газировка на улице. Вот. Газировка, сок. Да. И сок еще вот с такие вот такие треугольные. Конусы, да. Да, 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 да. И у нас подарили, ну, жили небогато, и подарили лотерейный билет, денежно-вещевой лотерей за 30 копеек. Ну, мне казалось всегда, что это выиграть, потом я понимал, ничего невозможно по этой лотерее. Никогда. Все думали, что никогда ничего никто не выиграл, и тут бах, и он выигрывает билет. Вот этот билет выигрывает автомобиль Москвы-412. Он нам выходит, рассказывает, все, папе, значит, дадут машину, мы думаем, о! И вот в 76-м году ему дают автомобиль Москвы-412. Он в 76-м выиграл. Он 75-м выиграл, в 76-м дали. А мы-то представляли, пошел, да, и, да. И, нет, нет, он что-то ждал, пока ее привезут, привозили не то. В общем, там целая история у них была. И дают ему вот в 76-м году дают автомобиль. А у нас на тот момент в нашем огромном доме, который, как известно, называется «Китайская стена», назывался, было, сейчас я скажу, что когда 5 машин всего на все. Значит, «Жигули» были, потом был... У одного была «Волга» 24-я, и вот дают «Москвич». Каждому свое. Тогда мне дайте «Жигули» на все. Машин не было никаких. Двор был всегда пустой. Машин, места было полно. Единственное, что отсутствие машин... Мы тоже это прекрасно помним. Он поставил машину и тут же снял дворники. Мы... Чтобы другие не сняли. Чтобы другие не сняли.
И вот мы, конечно, настолько были... Это так вот вбило в голову, потому что никто никогда не... Вот после у нас никто не выиграл в лотерею автомобиля. Это был, ну, это праздник был, потому что купить автомобиль, вот тут пишут, что можно было купить автомобиль было невозможно. Но вот автомобиль в то время, это был, конечно, это роскошь была в чистом виде. Совсем скоро город начнет мало-помалу заполняться автомобилями. Правда, грузовыми. Так что к денежно-вещевым и прочим лотереям это не имеет никакого отношения. В 1976-м в Ульяновске начнется строительство авиационно-промышленного комплекса, крупнейшего в Европе. Что стройка действительно грандиозная, можно будет понять уже в конце 70-х, переправляясь по единственному тогда мосту через Волгу. Была очень большая нагрузка на Императорский мост. Но он тогда так не назывался, просто был мост. Тогда очереди, вы знаете, ну, по часу, по полтора часа, чтобы проехать, а тем более, кроме легковых автомобилей, шли же грузовые с грузами. А поскольку все строительство шло у нас за Волгой, все, ну, практически все тресты. Трест номер один, трест номер два, трест номер три, трест номер четыре. Спецстрой и прочее, прочее. Все были на той стороне Волги у нас, а ЖБИ и прочее, ну, ЖБИ там 4 у нас было построено, КПД 2, а КПД 1 была на этой стороне, и панели везли отсюда. А представляете, трейлер везет панели, и он не один. И это были просто бешеные пробки. Я первый раз, наверное, туда попал, как раз когда начали строить первые дома. Вот. Ничего не отложилось, что он там как. А вот начало 80-х годов, да, это вот огромные проспекты, куча недостроек, потому что... Середина уже. Да, ну да, наверное, 83-84 я попал туда вот так вот. Но то, что собираются строить какой-то большой завод, где будут самолеты делать, это я прекрасно помню, нам рассказывали, как сейчас будут самолеты делать большие. И вот для нас большие самолеты, мы же их видели только на картинках. Для создания завода, который будет выпускать лучшие в мире самолеты, требовалось построить целый город с широкими проспектами, современными домами, огромными магазинами и всей необходимой для города инфраструктурой. Лучший город Земли. И его строительство началось параллельно с возведением заводских корпусов. Кстати, Московский институт градостроения за проект нового города был удостоен Ленинской премии – высшей государственной награды Советского Союза. А уже через пару лет были построены и первые жилые дома. Естественно, в чистом поле, но зато на этот раз и ломать ничего не пришлось. Вначале активное строительство началось на верхней террасе, в районе улицы Врача Михайлова Оренбургской. Там стали строить мощно девятиэтажки, по проезду Сиреневому начали строить девятиэтажки, и начали туда заселять строителей. Первые поехали, конечно, строители. И для них надо было место, а поскольку новый город, он был, в общем-то, ну, в поле, поэтому все это было... сделано вот как бы на верхней террасе. Ну, а строительство, оно начиналось на самом деле. Я помню эти поля, мы там ездили на машинах даже. Где-то даже были озера в районе, вот сейчас, ну, я могу ошибиться, но вот где-то приблизительно в районе вот Филатова, Ленинского, Комсомола, пересечения, там были озера. Небольшие они были, но там и утки сидели, и, то есть вот, ну, обыкновенные поля. А потом, естественно, стали строить вначале дороги, потом стали строить дома. Я помню, первый дом был сдан в декабре 79 года. Уже? Да, в декабре 79 года был сдан первый дом. На тот период времени действительно это очень мощная такая крутая разработка. То есть вот в этом проекте, который в большинстве своем был реализован, те градостроительные концепции того времени, они были реализованы, ну, процентов, наверное, на 90. А идея была очень проста. Это социальное жилье, на самом деле, огромные микрорайоны,
социальность проявлялась в том, что, во-первых, этого жилья было очень много, оно было достаточно простое, очень понятное, правильная такая транспортная структура, и внутри этих микрорайонов были расположены объекты социально-культурного досуга. То есть это детские сады, школы, магазины были где-то по периметру, то есть была четкая, понятная концепция на тот период времени, и она была реализована во многом. Но с течением времени, вот сейчас, когда поменялось вообще идеология градостроительства, жизнь поменялась, проявляются некоторые проблемы, которые требуют решения, и сама вот эта вот градостроительная планировочная структура, она требует корректировки. Нет ничего вечного, и на тот момент очень совершенные, классные решения, они пришли в некоторые вот несоответствия требованиям времени. И основная забота или основное напряжение было где? Социалка. Вот парикмахерских не хватало, бытовки не хватало, магазинов не хватало. Помню, 27-й магазин этот был на разрыв, потому что там очереди были бешеные. Это все как раз в период строительства. Да, это все. И в то же время строилось, по-бешеному строилось жилье. Строители молодцы. Они, во-первых, строили промышленность нормально. И в то же время параллельно строили жилой комплекс. Я помню тогда Сычев, кажется, директор, нам называл такие цифры, что вот на производство, на производственное строительство было выделено 4 миллиарда тех рублей советских. И на зону жилую тоже было выделено около 4 миллиардов рублей.